Что-то эстонские синоптики мудрят с погодой. Сейчас вот стоит ясно, потом как бы ясно, в основном ясно, в основном ясно, ясно, ясно. А вышли на улицу, нам ясно, что ничего не ясно. На улице у нас вот что. Не ясно. Абсолютно не ясно. Но здесь вот сплошное солнышко. Ну, нам ясно одно, что мы поехали за грибами. Сегодня у нас попытка номер 3 съездить за грибами. Первый раз набрали на супчик, немножко посолили. Второй раз насобирали лосиных вшей, от которых я до сих пор чешусь вся. Или лосиные мухи, или оленья кровохлебка, как называют эту мерзопакостную муху. Сучую, едучую. Сегодня мы поехали в третий раз за грибами, хотя нам не ясно, что сегодня ясно. За грибами мы движемся в сторону Куремяя. Это монастырь, который мы показывали весной. И вот до этого Куремяя сколько километров от нас? 30, наверное, да? Ну, да. От Кухлоярви километров 30. И вот от Ихви до Куремяя сделали вот такую вот пешеходную дорожку для занятий спортом, для прогулок. И вот она несколько десятков километров, или два десятка, или три. По расстоянию мы точно не знаем. И вот по ней ездят на роликах, катаются на самокатах, просто гуляют, ездят на велосипедисты. И хочу сказать, те дома, которые стояли вот вдоль вот этой трассы и где проходила вот дорожка, даже делали реставрацию заборов. Там, где забор страшненький, или его не было совсем, реставрировали заборы за счет Евросоюза. Вот забор сделан не жителям этого дома, а за деньги Евросоюза. То есть тех, кто делали, за чей счет производилось строительство этой вот дорожки, за тот счет делались заборы. И хочу показать, какие у нас здесь остановки автобусные. Красивые такие, деревянненькие. Забор вдоль дорожки, которые отреставрировали хозяевам этих хуторов, церковь, которым, не сказано, повезло.
напали в шилосиной. Мы сбегаем. Вот они везде. Да, это мухи просто. И мухи, и комары. Это ужас. Мы только зашли в лес, и нас сразу облепили. Причем набрызганных. Мы набрызгались капитально. Сбежали мы из леса. Мы прошли буквально 10 шагов. Набрызгались от комаров. И нас просто облепили эти лосиные мухи, лосиные вши. Их было просто ужас сколько. Они забирались под одежду, в джинсы, в штаны. Мы в резиновых перчатках. Они даже вот умудрялись между перчатками и рукавом одежды. Мы сейчас остановились и отряхались. Они везде, в волосах. Это ужас. Это такая муха. Она летит, она садится на животное или на человека, сбрасывает крылья и начинает по нему бегать и кусать. И потом это все очень болят, все эти укусы. Они очень сильно чешутся и не помогает никакая мазь. Ну, от укусов насекомых ничего не помогает. Пока это все не выболит, пока это там какая-то водичка в этих ранках. В общем, мы только зашли и все, и мы рванули обратно. Потому что там невозможно в лесу, просто невозможно. Еще попробуем на одно место съездить. Мы еще, главное, когда только в лес зашли, увидели, что везде нарыто. Земля везде вздыблена. То ли лось там копытами, то ли кабан. То есть перед, у входа в лес было все перекопано. Мы еще пошли, посмотрели, думаю, ну кто-то тут уже из животных рылся. Наверное, не знаю. В общем, это ужас какой-то. В прошлый раз в носках принесла этих вшей. Они у меня из носков сыпались. В этот раз вот надела вот такие вот гольфы, как чулки. Специально вот надела. Они везде, и перчатки резиновые на руках, и они везде сбрасывают крылья и ползут, как змеи, по всему телу. Ралли по лесу. Здесь на камере кажется полого, но это не полого. Это... Муж увидел в лесу горки. О, боже мой. Да не, я не поеду туда. Да не, боюсь. Так. Полный привод. А давай я выйду, тебя сниму. Иди. Ну поехали. Я только боюсь, да не, я буду кричать. Знаешь, девочки всегда кричат. Визжи. Ой. Она очень высокая, эта горка. Так. Сейчас я побольше всяких булочек. Она правда высокая. Это кажется так, бугорок на камеру. Это не бугорок. Когда вот так видишь и ничего не видишь. О, Мадрид, Мадрид, да нет, тут все. О, ладно, машина снимает. Давай сниму. Снять.
Я вышла из машины, потому что я боюсь. А тут вот такие горки кругом. Вот сюда вот мы только что взобрались. И пробуксовали даже, потому что там песок. Поехал. Такие красавцы. А я не знаю, что это за грибы. Они такие чистенькие, мясистые. Но как-то пахнут невкусно. Вообще грибов мало, одни сыроежки у нас. Вот. Будем солить сыроежки. Ну, зато вот брусничные поляны. Везде брусника. А я взяла баночку ягоды пособирать и забыла ее в машине. Потому что я в таком расстройстве. На нас напали лосиные вши в одном лесу. Мы сразу убежали в другом, забрались везде, под майки, под футболки. Опять-таки, что за грибочки такие, не знаю. У них такая низ желтенький. И, в общем, думала, я не буду собирать бруснику. А банка в машине, идти за ней не хочется. Белый гриб, чистенький, но тут может в губке в этой есть какая-нибудь кокобяка. В этом лесу тут так нету этой травищи, только вот брусничник растет и мох кое-какой. Мы его нашли в том году, этот лесочек. И каждый раз в нем что-то собираем. То лисички, то волнушки, то маслята, то рыжики. В том году столько много собрали рыжиков. А сейчас вот только сыроежки в нем, да, пара маслят. Больше ничего нет. Ну, посолим сыроежки. Зато здесь нет лосиных вшей. Это ужас, лосины эти вши. Иду и думаю... Что-то за солнышко меж елок блеснуло. Что-то интересное. Как будто вот мелькнуло солнышко, так боковым зрением увидела. Там вот сидит под елкой. Красавица. Одна. Сидит одна, одинешенька. Солнечная, солнечная такая. Ну вот одна. Поехал опять по горам. Не имется. А я не поехала, я боюсь. Зыркну в окошко и глючится мне принц из страны лучезарной. Как он скакает на сивом коне, юный, поджарый и гарный. Ай, поехал. Глазья блистают адским огнем, пыль с под копыт вылетает. Бабы, не можно не думать о нем, как он понтово скакает. Я хорошо к мужикам отношусь, только надежды их пусты. В общем, ждать это бабы искусство. Вот жду стою, как он тут наскакает у меня понтово. И поехал. Даня, а я?